Всем привет! Скажите любимого своего исполнителя, мы споем и все. Кого слушаете вообще, предпочитаете? Вера Брежнева. Кипелова. Давайте Филипп Киркоров. Меня зовут Влада 4. Правда слишком глубокая рана, когда твоя девушка больна. Друзья, всем большой привет, меня зовут Раиль, это канал Хижина Музыканта. Сейчас мы будем снимать мою излюбленную рубрику «Гитарист поет любую песню на улице» прямо в Питере. И в этом мне будет сегодня помогать битбоксер Валентин Фокин. Надо было drum and bass. Ставьте лайки, погнали. Девушки, извините, пожалуйста, а можно вас на минуту отвлечь? Мы снимаем просто ролик, а вы скажете любимую песню, а мы вам ее споем. Нет, нет. Ну, хоть успел договорить, это уже хорошо. Ну, я люблю договаривать, да. Ой, их даже четверо, смотри. Да. И мусорка прям рядом, вот щетка. Привет, девчонки, 30 секунд, денег не просим, назовите любимого артиста, споем. Реально? Да? Букер. А что? Бургер? Букер. Букер. Нет. Не знаю ЛСП. Такого. О, вот это уже хорошо. Ну, давай. Обычная акустическая? Да, ну, почти. Включается тоже. 3 месяца не играла. Вау, давай споем. Вот эту песню я, наверное, еще на улице не пел. Ну, давай. Вот эту. Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на отписке. Или прийти уже все-таки к Богу, не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть многопризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый парад. И улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын, будто я ему рад. Ведь я просто тело, что тупо болит. Тело, нелепое тело, что тупо болит. Просто ракеты, улететь на другую планету. Или болеть перестал на это нелепое тело, что тупо болит. Спасибо вам за участие. Классно. У тебя есть Инстаграм? Да. Раиль Арсланов. Так я набрала, она. Ну хотя, или вот так можешь набрать. Ну, набирай, я у тебя ждала телефон. Но это мы снимаем для Ютуба, но, наверное, в этом тоже будет. Меня зовут Влада 4. Ржака. Вот. Спасибо вам. Хорошего дня. Пока. Вы готы? Нет. В Питере нет готов. Мне-то близко скажешь, что готы. В Питере нет готов. Белый, да. Ангел что ли? Моя мама считает. Моя мама считает меня готом. Да? Моя мама тоже считает, что она гот. Ну видишь, значит, что-то в этом есть. Не смотри на нее, она вся в черном. А сколько вам лет? Мне 15. Мне кажется, сейчас просто он уедет с кем-то из них. Что там? Я говорю, если бы я был султан, я бы имел 4 жен. Че, может, давай парней возьмем? Давай. Мне кажется, прикольно будет. Ребята, поучаствуйте в ролике, пожалуйста. Мы даже вас смотрел. Круто. Когда был малой. Круто. Мы, короче, снимаем, поем любую песню. Вот говорите любимого исполнителя, а мы вам ее споем. Цой. Цой. Японский городовой. Чтобы в рифму было. Да, давай. Погнали. Какую песню-то? Восьмиклассницу? Давай. Вдвоем с тобой куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари давно. Ты говоришь, пойдем в кино. И я тебя зову в кабак, конечно. Восьмиклассница. Классная реакция. Сава. Не бой. Пацаны, удачи вам. Да, я вам рассыпаюсь с знаменитыми. Да. Давайте, пока. Пока, ребят. Блин, все-таки как классно уметь играть на гитаре. Везде пригодится. А хотите также? Если не знаете, как подступиться к своей мечте, во-первых, на моем канале всегда найдете бесплатные уроки по игре на гитаре. Их просто куча, потому что канал, в принципе, создавался для разборов песен, уроков гитары и для каверов.
Есть целые плейлисты на главной странице, просто найдите. Во-вторых, скачайте приложение Тимбро на ваш телефон. Полезные упражнения, мелодии всегда у вас будут в кармане. В приложении имеется тюнер для настройки гитары, а также мелодии, гаммы и аккорды, которые помогут вам освоить новый скилл игры на гитаре. Вот, допустим, сейчас мы разучиваем минорную гамму, которая полезна как для пальцев, так и для импровизации в будущем. Гитару не нужно подключать к приложению, потому что приложение слышит все, что вы играете. И подается это в игровой форме, поэтому веселее обучаться. Попробуйте затестить. Приложение работает как на iOS, так и на Android. Погнали дальше. Давай, девушки, извините, попробуй. Пожалуйста, а можно лечь? Мы снимаем ролик на YouTube. Поможете нам? Нужно просто 1 минута вашего внимания. Любимую песню назвать или артиста, и все. Денег не просим. А если вы не знаете? А ну, может, и не знаем, но, скорее всего, знаем. А может, и нет, и попросим другую. Хорошо? Только на русском? Артиста можете. Не обязательно, но лучше на русском. Лучше на русском. Так, чтобы можно было спеть. Да, он поет. Кого он поет. Слушаете, да. Я друг рядом. Давай. Давайте. Жанна Фриски, а на море белый песок. О! Знаешь слова? А ты? А на море белый песок. Ну, аккорды же нужны для этого. Просто еще как. Да, давайте эту Вера Брежнева. Ого. Вера Брежнева. Там у меня, они, по-моему, самые простые. Это как бы... Ну, АМДМ вот этот. Очень просто. Наталья Орейро что-нибудь можете исполнить? Наталья Орейро. Вот сейчас мы... О, ничего себе. Вот они вкусы, Саня. Женские партии вообще редко. Попробуем тогда, ну, Фриски. Мы прямо сейчас снимаем. Вот там, видишь, камера. Можете чуть-чуть отойти и через минуту подойти. Впервые буду Жанну Фриски петь в жизни. Всегда нужно с чего-то начинать. Открыл просто аккорды. Попробуем, да? Да. Давай. А на море белый песок, дует теплый ветер в лицо, можно даже в небо коснуться рукой. Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко. Еще раз. А на море белый песок, ветер в лицо, можно даже в небо коснуться рукой. Между долгом вечер скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко, далеко. Браво! Понравилось? Да, да. Спасибо вам за участие. Все хорошо, на канал «Хижина музыканта» называется, хорошо? Обязательно. На ютубе. Всего доброго. Спасибо. Пока, пока. Ну, видишь, круто же. Да. А ты говоришь, Жанна Фриски, Жанна Фриски. Вот это... он, Жанна Фриски. Дань. Жанна Фриски, да. Вот смотри, парочка. Да, можешь 30 секунд с вами видео снять? Просто называйте любимого артиста, попробуй спеть. Денег не прошу. А я рядом поставлю просто. Да. Хорошее дело. Давайте нервы. Можно нервы? Да. Как какую? Можно батареи, я не могу держаться. Да? Да, я ее обожаю. Ты расчислись, человек. Да, да, да. Давай. Мой прокуренный голос, твои теплые губы. Нам там нравится мерзнет, нам не нравятся клубы. Но, конечно, уверенно забери мое сердце. Его хватит надолго, чтобы согреться. Недовольны прохожие, что мы ярко одеты. Я бы дал им пороже, мне сейчас не до этого. Я такой безнадежный, ты такая нарядная. Идеальная лога, пустое парадное. Плакали, плакали, батареи, трубы. Я целую, целую твои нежные губы. Мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. Спасибо. Понравилось? Да, можно сфоткаться? Класс. Конечно. Кулачок? Да. Повороты мы и все. И скоро повезет, значит, во всем. Между нами небосвод обратится. Яркой красной полосой обратится. Они прям, я вижу то, что хотят поучаствовать в базаре. Да ты... Что за шоу? Сейчас увидишь. Да нет, нет. А, вот да? Уже... Для канала снимаем видео. Любимую песню любимого артиста говорите, а мы споем. А я могу с вами спеть, нет? Да? Пожалуйста. Ой, давай пойдем. Только русские. Русские? Да. Мурат Насырова. Мурат Насырова? Да. Можно.
Оксимирон точно я не сыграю. Давай Мурат Насыров реально. Давай. Я это ты, и это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам. Я это ты, ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам. Класс, все хорошо поют. Канал «Хижина музыканта». Заходите, окей? Зайду. На ютубе. Я бы еще... Ну ладно, я раскладываю. Да, нет. Это круто, конечно. Класс. Что, пойдем дальше? Долго, да, спасибо. Давайте, парни. Пока, спасибо, пока. Давай, Тош, что стал? Так ты что, в 2000 году Розел херачил с Кенни Мохаммедом. Это вообще батюшки битбокса, которые познакомили мир с битбоксом практически. Е-бой. Прикинь, он битует... 20 лет. 20 лет я занимаюсь битбоксом. Я начал петь, играть 10 лет назад. То есть он битует... В два раза больше, чем ты играешь. Да, то есть когда мне было 6 лет, он начинал, это был 2000... Ну, 2000 год. В 2010 году, когда ты начинал, я уже был чемпионом России. Оп. А? Вот так, да. А уже конкурсы были? Погоди, а у тебя какие регалии, какие ты конкурсы побеждал? Да только чемпион России, я больше ничем не участвовал. Чемпион России? Да, битбокс все. Вот этот, да? Главный батл. Ну да, ну в России, батл, который был, да. Не а мировой. Они приезжали? Не мировой? Не, мировой. Нет. Я не участвовал. Девчонки, привет. 30 секунд. Назовите любимого артиста. Нам нужно записать коротенькое видео с вами. Кого слушаете вообще, предпочитаете? Егора Крида. Егор Крид, видал? Егор Крид. Конечно. Давай. Давай. Очень большой репертуар. Какую песню? Сейчас попробую вот это вспомнить. Да любую. Старенькую? Вообще, а как же роликсы на руках? Можно ее? Можно ее. Давай, попробуем. На запястье роликсы, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушай твою войси с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам. На запястье роликсы, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войси с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь с этой болью сам. Понравилось? Да. Спасибо. Канал «Хижина музыканта», хорошо? Хорошо. Там увидите себя. Да. Давайте, пока. Пока. Не знаешь, что кажется, ты хотел моим присутствием удивлять народ. Да. Ну и вообще на меня насрать, если что. Они смотрят ему в рот просто. Девушки, 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 а можно вас на одну минуту? Мы снимаем ролик, вы скажете свою любимую песню, а мы вам ее споем. Не, мы денег же не просим, че вы? Мне кажется, я их пугаю. Чем? Я пугаю девушек. Че? Че поешь? О, здрасте. Можно. Ну давайте быстренько сначала просто назовите любимого артиста, попробуем спеть. Я люблю порнофильмы. Оу май! Это пройдет с пакетом мокрым ногой, с электрометками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме, так верь же мне. Это пойдет, какой же черный нам выпуляк, а мне мерещится далеке. Так верь же мне, это пройдет. Спасибо. 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 Эту я песню тоже на улице не пел. Ну вот видишь? Да, давайте. Давайте вместе. Давай. Как мы все станем. Или можно кого-то попросить? Вот, одной рукой. Вот так. Привет. Сегодня я смотрел видео, где ты это оценивал. А, круто. Кулачки. Так, давайте, ребят, любимую песню любимого исполнителя, мы вам ее споем. А? Where is my mind? Можно, пожалуйста. Русский. Русский песня. Русский песня, ребят. Русский, да, да, да. Ну, давайте Цоя, мы в Питере живем. Цой? Да. Так, давайте, садитесь с центра, я буду здесь стоять. Смотри, оп. И сейчас будет красиво сразу. Давай. Не прячься, все нормально. День как день, только ты почему-то грустишь. Вокруг все поют, только ты один молчишь. Потерял аппетит и не хочешь сходить в кино.
корабля. Когда больна. Это должно быть. Восьмиклассница. Друзья, мы сегодня попытались немножко придать улыбок прохожим людям в Питере. Это очень сложно сделать, потому что в Питере очень угрюмые люди. Ну, не все. Не все угрюмые, есть и позитивные, но нам попадалось не так много позитива, да? Да, ну у нас и не так много времени, потому что я сейчас уезжаю в Карелию снимать там маленькие видосы и просто встретиться с битмейкером. Да, да? И не забывайте ставить лайки, если хотите еще видео с Валентином. Мне кажется, мы очень позитивненько так походили. Стоп, давай так. Сколько твой у тебя канал, обычно точно лайков? Сколько обычно лайков у тебя? 20 тысяч. Давайте так, 30 тысяч лайков, и я прилечу в Казань. Ого. И мы с тобой снимем еще один ролик, окей? Вот эта тема, ребята, постарайтесь, прожмите лайк. Подпишитесь на канал. И канал Валентина тоже в описании. Посмотрите, поностальгируйте, посмотрите старые видосы. Потому что новые Валя не снимает. И вообще канал заблочили. Переходите по ссылочке в описании, обязательно чекайте альбом, переходите, смотрите мои видосы. Увидимся, всем пока. Пока.